Облицовка кирпичом руин древнего городища Аутрар в Туркестанской области возмутила историков и археологов. Реконструкцию культурного наследия исследователи даже называют позором. Позор – это разрушение исторической ценности. Туристы уйдут отсюда. Это напрасная трата денег, потому что туристов интересует история объекта. Они не будут приезжать сюда, чтобы посмотреть на макет. А я считаю, что здесь как раз-таки и ведется строительство макета. Строительство кипит. Рабочие аккуратно укладывают облицовочные кирпичи на руины древнего городища Атрар, который по плану властей должен стать новой туристической меккой. Но у историков такие идеи вызывают только гнев и возмущение. Работы проводит РГП «Казреставрация». Специалисты этой организации с критикой не согласны и считают, что защищают Атрар от дальнейшего разрушения и не чем-нибудь, а копиями кирпичей, которые использовали при строительстве городища. Это не новый кирпич, это такой же, аналогичный, туркестанский. Что наши кирпичи туркестанские, сделанные по аналогии исторической, они очень дорогие, потому что это ручная работа.